началом нового учебного года серебряное поколение нашего города торжественно поздравили как организаторы Народного университета активного долголетия, так и совсем еще юные ребята. Веселые песни и танцы заметно подняли настроение и настроили пенсионеров на дальнейшую учебу. В этом году много новичков проявили желание познать для себя новые области. Я записалась на основы компьютерной грамотности. Конечно, я с компьютером знакома по работе, когда я еще работала, но это уже прошло 7 лет. Я хочу развить свои знания в этой области, хочу многое узнать, как, допустим, платить через интернет, как общаться через интернет. Я работала с компьютером, на работе, а 4 года уже не работаю. С внучком говорю, он говорит: баба, ты что, глупая, что ли, или там как? Вот так нажми, вот это вот, ай, ты. Марина ходит в библиотеку, моя дочка, и говорит, там она вот этот, и она говорит: мам, тебе надо записать? Я говорю: запиши, доча. Вот она записала. Так как старт Народному университету дан еще в 2013 году, организаторы развивают филиал и открывают для пожилых слушателей новые факультеты. Именно поэтому активно поступают заявки также и от постоянных студентов старшего поколения. Я посвящаю несколько лет уже. Иностранный, английский, финансовая грамотность и культура искусства. Количество слушателей заметно растет с каждым годом. Для сравнения, еще в прошлом году поступило 70 заявок на обучение, а уже в этом заявилось более 100 человек по 5 факультетам. Программа по 5 факультетам: основы компьютерной грамотности, факультет культуры и искусства, факультет здоровья, факультет английский для путешествующих и основы финансовой грамотности. Занятия проходят в разных форматах. Это и лекции, это и творческие занятия, мастер-классы и практические занятия в том числе. Также добавим, в этом году помимо новых факультетов организаторы позаботились о здоровье и самих пенсионеров. Теперь на факультете здоровья слушатели 45+ будут заниматься йогой в студии Инь-Янь. Кристина Кущ, Вячеслав Морозов, телекомпания «Канск», 5 канал.